можете переводить чуть-чуть по галочке, если вы говорите, не у вас просто очень много значений. Да. Да. Сесилия говорит о том, что этот проект посвящен экономически невыгодным, но технически возможным. Технические возможности очистить загрязненную воду, сточную воду. So I've been looking into the acidic mine drainage that happens from in the mines around Icelandic, and I have been collecting wastewater from the cut and then treating the water to different processes created to try to make it drink. And it's Сесилия говорит о том, что она путешествовала по Уралу, и вода, которую мы набрали в Витебске, прошла сложный процесс очистки. Сложный с точки зрения, что это достаточно муторное, но это технические точки зрения, это простой классический способ очистки воды, который месяца в Китае. And it's 2.9 liters of water. And there was some heat which was one person needed to And the Только питьевой воды, но и